Мотор, добрый вечер уже. Мы сегодня сейчас находимся в кафе под названием «Избушка». Но не это важно. Важно, наверное, какой сегодня день. Сегодня 22 марта. Мы в очередной раз в эфире. Я не знаю, как это называется, этот проект. Он как-то называется, не знаю, разгром какой-то. В общем, какие-то партизанские движения, съемки в разных местах города. Так что наблюдайте за нами. Мы будем появляться периодически, делиться с вами хорошими новостями, только хорошими, только позитив. Вот с таким настроем в 2012 не страшно. Но мы продолжим чуть попозже. Сейчас вот принесут что-нибудь попить, покушать, чай попить хочется. Ну и вам желаем того же.